Привет всем, ребята! Сегодня вот такую схемку простенькую соберем. Это у нас индикатор заряда литий-ионного аккумулятора. В принципе, подбором резистора переменного этот индикатор можно подстроить и под 6 вольт, и под 12 вольт. Можно использовать на мотоцикле, мопеде, где вам удобно, даже на машине. Но есть один небольшой недостаток. Нету четкой границы срабатывания, то есть светодиод при том напряжении, точнее, когда еще напряжение не достигло нужного уровня, светодиод слегка подсвечивается. Но мы, естественно, будем собирать и более модифицированную схему, которая лишена этого недостатка. Но сейчас я вам приведу самый простой вариант. То есть детали тут, переменный резистор, постоянный резистор, токограничивающий для светодиода, и стабилитрон, управляемый TL431. Поэтому особо не пинайте. Я еще раз повторюсь, будем собирать и другую схему, более совершенную. А сейчас мы возьмем уже знакомый светодиод с тремя выводами, двумя цветами. Мы его использовали на автоматическом выключателе зарядки, переменный резистор и TL431. Они в основном в импульсных блоках питания, от DVD стареньких, там, от всяких ресиверов и прочего. Даже в зарядных телефонах встречал такие. Так что найти их без проблем можно, а если даже не получается, то в принципе купить они стоят копейки. Ну что, Поехали собирать. Берем резистор подстроечный. Крайний вывод резистора мы припаиваем к управляющему электроду. Управляемому, точнее. Потом к среднему выводу TL431, то есть к аноду, припаиваем средний вывод. Ну что ж, теперь подключаем светодиод между вторым крайним выводом подстроечника и катодом нашего стабилитрона. Еще многие называют ее микросхемкой. Можно ее и так называть. Пусть будет микросхема. Все. Припаяли. А теперь провода на анод, то есть на средний. Припаиваем провод, который будет у нас на минус идти. Ага. А плюс подаем на точку соединения подстроечного резистора с постоянным. Вот так вот. Ага. Готово. Но сейчас будем проверять. Ну, наблюдаем. Ну, 4,2 светодиод включается. Но если присмотреться, чуть-чуть побольше напряжения начать давать, он начинает едва засвечиваться. Вот 3,7, он уже засвечен. Видно, да? А четко он срабатывает только вот при достижении 4,2 вольта. Да, устройство крайне простое. Тут всего 1, 2, 3, 4 детали. Но четкость срабатывания меня, конечно, не радует. Однако, кому захочется, собирайте. Может, для кого-то и так пойдет. С такими параметрами. Здесь у нас цоколевка TL431, если смотреть на нее со стороны надписей. То есть вот надписи, на нее смотрим. И слева направо управляющий электрод, анод, катод. В других корпусах, в принципе, в интернете ничего сложного нету. Посмотреть ту же цоколевку.
Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте жать кнопку колокольчик, чтобы не пропустить свежие ролики. Ну и, конечно же, в скором времени я сделаю индикатор, который будет срабатывать более четко. Добавим туда транзистор. Также соберем, протестируем. Спасибо всем за поддержку, за то, что вы помогаете. И вы действительно хорошо помогаете, и комментариев много, я даже не успеваю на них отвечать порой. И идей много подкидываете, за что огромное спасибо. Ну и, конечно же, скоро увидимся. Всем пока.